Перезаряжаю! Граната! Проклятие! Кран сломан! Нам нужен инженер! Бросаю гранату! В любой момент к игре могут присоединиться 7 моих друзей, и в любой момент они могут из нее выйти. В данный момент я играю с несколькими друзьями. Давайте сменим роль оперативника на роль инженера. Помните, командир сказал, что нужен инженер? Появился инженер! Защищайте его! Теперь я могу ставить оборонительные турели, так что мне самому лучше взять оружие ближнего боя. Пусть это будет дробовик. Подчините кто-нибудь кран! Перезаряжаюсь! Теперь под прикрытием турели я вместе с друзьями сосредоточусь на починке крана. Это очень важное задание, и за него мне дадут 500 очков опыта. Игра за разные классы. Демонстрация контейнерного города, часть третья. Комментирует Пол Веджвуд, директор проекта Brink. Brink также будет полноценный мультиплеер, когда все на сервере живые игроки, чтобы можно было просто оттянуться, перестреливаясь с другими людьми. В этом командном пункте я выберу класс солдата. У него есть мощная взрывчатка. А также я выберу комплект тяжелого вооружения, в который входит мое любимое оружие — гранатомет. Занять укрытие! Хотя я играю с незнакомыми людьми, мне все равно хочется выполнять общую для всей команды миссию. Я выбираю задание «Освободить короткий путь к цели». Замечен вражеский беспилотный разведчик!
Теперь мне надо догонять товарищей. Они уже довели робота до рыночной площади. Включайте горелку! Здесь так тихо. Подозрительно тихо. Может, они отступили? Куда им отступать? Под воду? Это их единственный дом. Они еще вернутся. Они просто разрешают нам вскрыть этот контейнер. Может, то, что они там хранят, не так уж и важно? Да, может, они замышляют засаду. Может, вся эта миссия — напрасная трата времени, и мы найдем там только ржавые пистолеты и крамольные брошюры. Может, ты будешь охранять свой сектор? Да тебе наплевать на меня. Ты бы не очень расстроился, если бы меня замочили. Расстроился? Ты знаешь, что это так. Да ты нас всех подставляешь. Почему это грёбаное... Я ставлю на пистолет и брошюры. Ты знай, делай, что говорят, солдат. Опасайся робота, Тухи, он заглючит и тебя вскроет. Что за... Опусти оружие. Поставь на предохранитель. Так точно. Штаб, повторите, какая у нас была цель?